С Агалоган все ближе. Сегодня по всей республике горят ритуальные костры. Верующих призывали не посещать Дугжубу ради собственного здоровья. Выполняют ли горожане рекомендацию и как в этом году проходит обряд? Расскажем чуть позже в выпуске. А сейчас о других новостях дня. В студии Восточного экспресса Никита Коробенков. Здравствуйте, и вот о чем вам расскажут мои коллеги. Собачий вопрос вновь в центре внимания. Изменится ли что-то после очередного совещания? Расскажет Евгения Жирового. Для данного маршрута будет определен новый перевозчик. Жители пригорода остались без общественного транспорта. Как быть, расскажем в рубрике «Вопрос-ответ». Для кого год металлической коровы будет благоприятен? Астропрогноз смотрите в сюжете с Аюной Бухаевой. Мусорный коллапс может разразиться в Бурятии. Вывоз отходов сегодня остановился в 7 районах республики. И их список может еще пополниться. По этому вопросу провели экстренное совещание. Подробности далее. Причина остановки работы – отсутствие денег. Со слов подрядчика, «Экальянс» якобы не оплачивает счета больше 2 месяцев. Задолженность только перед одной компанией, которая обслуживает Бичурский, Мухоршибирский, Кяхтинский и Селенгинский районы, может составлять 18 миллионов рублей. Зарплату денег не отправляют на ГСМ, а «Экальянс» денег не отправляет. Естественно, возить нечем. Люди отказываются выходить на работу. С Агалгана на сумму им даже заплатить не можем. Директор «Экальянса» не берет трубки. Мы его в понедельник прождали 10 часов, чтобы встретиться. Связи нет. На наши смски он нам не отвечает. Связь получается поддерживать пока только с другими подрядчиками. Ситуация у них аналогичная. С ее слов, мусоровозы не выехали сегодня в Кабанском, Прибайкальском, Баргузинском районах. Тем временем «Экальянс» продолжает держать глухую оборону, не подтверждая и не опровергая информацию. Сегодня официальных комментариев в компании нам не дали, зато ситуацию пояснили в Минприроды Бурятии. В настоящее время в условиях низких платежей абонентов за оказанные услуги по вывозу ТКО у регионального оператора образовался кассовый разрыв по сборам с населения и юридических лиц. Указанное не позволяет ООО «Экоальянс» своевременно оплачивать услуги операторов по транспортированию ТКО. Ведомство уточняет, цитируем, ведется работа по повышению финансовой устойчивости рекоператора. Какие конкретные шаги под этим подразумеваются, пока непонятно. Но очевидно, заплатить по долгам за вывоз мусора придется всем, кто до сегодняшнего дня регулярно этого избегал. Только так, уверяют чиновники, можно организовать бесперебойный вывоз отходов. Тем временем экологическое бедствие в Закаменске остается без внимания властей. Природоохранная прокуратура обвинила правительство Бурятии в бездействии. Вред от Жидинского вольфрамо-молибденового комбината не ликвидируется уже многие годы. Напомним, предприятие занималось добычей полезных ископаемых. В конце 90-х его закрыли из-за нерентабельности, но при этом не выполнили экологические требования. Опасные отходы продолжили загрязнять окружающую среду. Горные выработки не ликвидированы, не проведена рекультивация нарушенных земель. Не решены вопросы прекращения сброса загрязненных шахтных вод в естественные водоемы. Не реализованы проектные решения по охране окружающей среды в районе города Закаменска и на прилегающих территориях. Образовались несвойственные природному ландшафту техногенные геохимические аномалии. Сейчас обстановка в Закаменске и его окрестностях, по мнению природоохраны и прокуратуры, оценивается как экологическое бедствие. Обстановка с общей заболеваемостью населения кризисная. Меры, которые власти предпринимали ранее, надзорные органы считают неэффективными и требуют включить данное место в реестр объектов накопленного вреда, что позволит финансировать ликвидацию последствий из федерального бюджета. Результаты прокурорской проверки станут поводом для судебного разбирательства. Сегодня стали известны новые подробности другой громкой истории – нападение собак на Татьяну Лоскутникову. Напомним, ЧП произошло в микрорайоне Забайкальский в конце декабря. Зоозащитники провели свое расследование и о его итогах рассказали на совещании в общественной палате. Там обсуждался в целом собачий вопрос и пути его решения. Удалось ли их найти? Об этом далее. Нашли соседей ее и опросили, как на самом деле происходило. Эта девушка выпустила свою собачку погулять, но тоже, видимо, не стерилизованный кастрированный. В это время пробегала собачья свадьба. Вот этот, видимо, кобель с обрывком цепи агрессивный. И эта собака в эту свадьбу ринулась, стены на нее налетели, порвали собаку. Об этом уже в предыдущих сюжетах показывали. А девушка бросилась ее защищать, естественно, попала в этот эпицентр, пострадала из-за этого. Если бы, говорю, они были все стерилизованные, кастрированные, во-первых, стаи бы уже не было. Во-вторых, девушка бы не пострадала. То, что говорят защитники, это абсолютно недостоверная информация. Никакой домашней собаки. Она шла на прием к врачу. Динамика снижения отмечается и укусов именно собак. И по итогам 2020 года всего обращений 2172, из них 698 обращений.
сообщение по поводу укусов собак. В целом, по работе со стороны организации мы были выявлены ряд проблем именно у самих организаций. То есть невозможность предоставления полного пакета документов. Было освоено, получается, 4 796 000 рублей. Возвращено в бюджет республики 29 миллионов. То есть не освоено. Но грустная информация, прямо так скажем. За отвод каждого уничтожения волка мы примерно выделяем около 10 тысяч рублей. Если по этому пути пойти, когда собаки систематически гробят людей, увечья, гробят судьбу людей, ну, на сдачке из тех же миллионов премии люди принесут не только это, даже соседки собакам принесут. Федеральный закон никто не отменял. Это что за преступление? Его нарушение – это преступление. Недовольна. Во-первых, мы не получили ответы на свои вопросы. У нас почему-то управление ветеринарии Сангадиев, во-первых, он ушел с экрана. И даже если бы он был, Борис Вибалович почему-то запретил задавать вопросы. На самом деле я был против проведения этого совещания, потому что его надо готовить долго и серьезно. Но та ситуация, которая сложилась в связи с этими трагическими событиями, все-таки вынудила нас его провести. Но нам предстоит очень серьезная работа по подготовке реальных слушаний. Сегодня мы посовещались с вами, встретились, поэтому всем огромное спасибо. И об очередном нападении собак на ребенка. Произошло это не в Бурятии, а в Воронеже. Но, как и наша история, уже гремит на всю страну. Стая животных набросилась на школьницу. Происшествие попало на камеры наружного наблюдения, которые находились на доме. Специалисты отмечают, что подобные случаи происходят по всей стране. Я давно против. Я четко знал, что все к этому придет. Поэтому у меня была настолько непримиримая позиция по этому поводу, что я не жал кнопку за этот закон, за что меня зоозащита очень не любит. Внести поправки в закон предлагают и другие депутаты Государственной Думы. Предложения поступают даже из регионов страны. Почему собаки на улицах все агрессивнее и есть ли решение у этой проблемы? Ответы на эти вопросы мы искали в специальном репортаже. Увидеть его можно сразу после выпуска новостей и блока рекламы. На государственном уровне решают и проблему обманутых дольщиков. Обещают, что в этом году их станет меньше. Проблемы разорившихся подрядчиков и тех, кто доверил им свои деньги, уже второй год решает региональный фонд поддержки участников долевого строительства. Ведомство доводит до торжественного перерезания ленточки на долгострое или выплаты компенсации гражданам. Кому помогут обрести крышу над головой в этом году? Об итогах и планах расскажем далее. Представьте, вот так выходишь на балкон своего нового дома. Ну, балкон сейчас дорисуем. Окна, в руке у меня чашечка кофе. Красота. Вот так вот, тренируя воображение, вот уже 8 лет живет герой нашего сегодняшнего сюжета. В свое время за этот таунхаус Бато заплатил почти 6 миллионов рублей. Разумеется, деньги взял в ипотеку. Дом, как и, собственно, все остальные вокруг, не достраивают с 2013 года. Причина простая и самая распространенная. Подрядчик разорился. Конечно, пытались и деньги вернуть в свое время, это еще в 2013 году. Застройщик уже пошел на процедуру банкротства, соответственно, догнать с него уже не было возможности. Зато появилась возможность, наконец, получить свое купленное жилье. Фонд поддержки участников долевого строительства берет на себя обязанности застройщика, вернее, достройщика. Благодаря разъяснениям фонда, да, мы все-таки приняли решение подать документы. И вот уже 11 января региональный фонд нам прислал проект соглашения о передаче прав застройщика им. И уже на данный момент мы сейчас ждем согласования в Москве. В Москве базируется государственная публично-правовая компания. С ней правительство республики заключило соглашение. Фирма распределяет деньги из федерального и республиканского бюджетов по проблемным точкам. Если долгострой не реанимировать, платят напрямую обманутым дольщикам. Если дом реально достроить, переводят средства в местный фонд поддержки, и он заканчивает стройку. На сегодня можно сказать, что на 29 декабря по четырем организациям принято решение, по трем из них «Промгражданстрой», «Дом стройкомплект» и «Новосел» – это завершение строительства объектов, и по одному из участников «Регионжилстрой» – это выплата компенсации. Республика Бурятия подтвердила, что
Все 4 оставшиеся объекта просим рассмотреть в 2021 году и гарантировали свое содействие. И второй вопрос – это подписание соглашения о софинансировании на 2021 год. Тоже этот вопрос уже решен. По некоторым застройщикам-банкротам решение примут уже в ближайший месяц. Но это еще далеко не все. В республике на сегодня больше 1000 обманутых дольщиков ждут обещанного новоселья. А значит, работа продолжается. Никита Коробенков, Валерий Чайдопов, Виктор Горновской, телекомпания «Оригус». А вот жители другого российского региона наконец дождались конца масочного режима. В Удмуртии носить маски теперь не обязательно. Также там сняли ограничения на работу общепита, кинотеатров и театров. И разрешили до 20 гостей на регистрации брака. В целом, послабление ковидных мер сейчас наблюдается почти во всех регионах страны, но масочный режим все-таки сохраняется. В Бурятии ввели с начала локдауна в конце марта прошлого года и ни разу не отменяли. Также до сих пор запрещена работа ночных клубов, проведение банкетов и массовых мероприятий. Пока до конца февраля. «Восточный экспресс» только набирает обороты. Во второй части выпуска вы увидите. Обосновать динамику цен аэропорт не смог. Хотели заработать, но получили предписание. Какие нарушения нашел в работе аэропорта Бурятский УФАС? Для данного маршрута будет определен новый перевозчик. Жители пригорода остались без общественного транспорта. Как быть, расскажем в рубрике «Вопрос-ответ». Наши дети имеют возможность наравне с городскими детьми развиваться. Кванториум на селе, где появились точки роста для школьников и учителей. Антимонопольная служба заинтересовалась работой аэропорта Байкал. У ведомства вызвало вопросы неоднократное повышение стоимости отдельных услуг, которые государство не регулирует. Например, несколько раз повышались тарифы на посадку, высадку пассажиров, буксировку и внутреннюю уборку воздушного судна. В общей сложности на 30-40% за 2 года, с 2018 по 2019. По итогам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства Бурятское УФАС России признало ООО «Аэропорт Байкал» нарушившим запрет на злоупотребление доминирующим положением. Обосновать динамику цен аэропорт не смог, поскольку отдельная калькуляция по видам нерегулируемых тарифов на предприятии не ведется. Расходы на оплату услуг аэропорта несут авиакомпании. Это в конечном итоге влияет и на стоимость перелетов. Обосновать повышение тарифов не получилось. Бурятская УФАС выдала аэропорту Байкал предписание об установлении экономически обоснованных тарифов на нерегулируемые услуги. Работа наземного транспорта тоже вызывает вопросы, правда, пока только у горожан. Жители пригорода Улан-Удэ остались без автобуса. Накануне перевозчик заявил, что все водители ушли на другой маршрут. Как теперь добираться людям до столицы и что еще интересовало горожан на этой неделе? Дежурный по городу подготовил необходимую информацию в рубрике «Вопрос-ответ». В 120-м квартале строят насосную станцию, но там и так нет проблем с водоснабжением. А как же жители 122-го, 125-го микрорайонов? В рамках нацпроекта «Экология» по федеральной программе «Чистая вода» предусмотрены сети водоснабжения второй зоны юго-западной части Улан-Удэ. Указанные микрорайоны в проект включены. Сети смогут обслуживать в 4 раза больше людей, чем там фактически проживает. Окончание строительства – декабрь 2021 года. Банзарова, 8. Мне бы хотелось, чтобы на моем доме висел президентский портрет. Если я водружу портрет Владимира Владимировича на своем доме, меня арестуют или нет? Размещение печатной продукции в виде плаката на балконе возможно только на информационной конструкции, отведенных для этой цели. И согласие собственника не допускается, например, использование баннерной ткани при отделке фасадов здания. За такое нарушение грозит административного штрафа для граждан размера от 3 до 5 тысяч рублей. В село Ашурково с 9 февраля перестал ездить общественный транспорт. А у нас много кто работает и учится в городе. Как быть? В настоящее время у перевозчика по межмуниципальному маршруту номер 131 Улан-Удэ Ашурково ассоциация «Меридиан» отсутствуют автобусы по причине того, что водители перешли работать на 129 маршрут. Для данного маршрута будет определен новый перевозчик. Необходимо отметить, что жители села Ашурково могут воспользоваться проходящими маршрутами номер 155 и номер 348. Минтранс Бурятии провел переговоры с перевозчиками, и они изменили свое расписание, приблизив к расписанию 131 маршрута. Новое применение нашли материнскому капиталу, сообщает РИА Новости. Пока это инициатива, но обсуждается она на правительственном уровне.
Выплаты предложили разрешить инвестировать в ценные бумаги при условии минимального риска. Вклады со средств мат-капитала можно будет сделать в государственных банках, также купить облигации, обеспеченные госгарантиями. Обсуждалась возможность вложения денег в негосударственные пенсионные фонды. Известно, что предложение отправили на доработку в Министерство экономики, финансов и труда. Кванториум на селе. В нескольких школах Закаменского района открыли точки роста. Там техническим и гуманитарным наукам вместе с детьми обучаются и учителя. В одной из таких точек побывала наша съемочная группа. Раз, два, три. Еще недавно эти старшеклассники коптеры видели только в интернете. Сегодня уже состязаются в их управлении. Нужно не просто долететь до точки Б, надо зависнуть над одной базой и приземлиться на другую. Как далеко он летает, как долго может в воздухе находиться? Он для помещений. Он связь держит на расстоянии 10 метров. 10 метров? Да, с телефоном. А видео снимает? Да, снимаем. Самое сложное в управлении – это поворот. Хоть один дрон разбили уже? Нет. Очки виртуальной реальности уже также неотъемлемая часть обучения. Пока развлекаются на игровых программах. В будущем планируют писать свои. Мы учились играть, новые приложения искали, игры, чтобы показать, научить их чему-нибудь новому. По нацпроекту образования трем школам района почти на 1 000 000 рублей выделили оборудование. Увлекательнее стали предметы информатика, технология и ОБЖ. Детям стало очень интересно, удобно. Вот эти зоны они так обожают. И до, и значит, после занятий здесь очень людно, интересно. Наши дети имеют возможность наравне с городскими детьми развиваться. Инфраструктурно очень сильно мы получили развитие системы образования Бурятии за последние 2 года. Я повторяю, что мы одни из самых активных субъектов, которые активно выигрываем конкурсы в рамках федерального проекта образования. Такие точки роста планируют открыть в половине школ республики. В них сельские дети смогут сделать первые шаги в цифровой мир. Сергей Соголов, Виктор Немаев, телекомпания «Оригус». Отпуск 2021. Россияне рассказали, где планируют отдохнуть в этом году. В опросе на портале Tuturu приняли участие более 1000 человек. Большинство россиян предпочитают остаться дома, уехать в деревню или на дачу. Каждый пятый планирует отдых в другой стране. В приоритетах Турция. Среди отечественных мест отдыха лидирует Крым. Его мечтают посетить 15% опрошенных. Примерно столько же и вовсе не планируют отдыхать. Каждый десятый хотел бы побывать на Черноморском побережье Краснодарского края. Еще меньше респондентов проведут отпуск в других регионах России. А что по этому поводу думают улан-удэнцы? Как и где они планируют провести свой отпуск? И планируют ли в принципе? Мнение горожан узнаем далее. Где вы планируете провести отпуск в этом году? Дома. С нашими деньгами. Дома, дома. Планирую провести свои каникулы дома у себя в деревне. Заниматься работой там, в лес ездить. Отпуск, если и планирую, то только на Байкале, наверное, как обычно, либо к родственникам в Иркутск. На Байкале обычно в Турке отдыхаем. В Горячинск. Это мое любимое местопровождение. Я стараюсь посещать его каждый год. Конечно, хотелось бы съездить за границу. Например, я очень мечтаю съездить в Новую Зеландию, но, к сожалению, пока нет возможности. Планирую съездить во Владивосток где-то в июле месяце на пару недель. И все, как бы отпуск закончится. Пока нету конкретных планов. Ну, возможно, в другой регион куда-нибудь съездить. И возвращаемся к одному из главных событий дня. Обряд очищения Дугжуба проходит сегодня во всех дацанах Бурятии. За церемонией на Лысой горе наблюдал мой коллега Сергей Соголов. По традиции все началось с молебна 10 сахюсаном, защитником учения. В этом году Дугжубу проводили в новом формате. Верующих призывали не приходить в дацаны, особенно людей преклонного возраста и детей. Для этого даже в помещении убрали скамейки. Но, как мы видим, не все последовали рекомендациям. Храм почти полный, еще больше людей на улице. Ритуал Дугжуба, дословно с тюбетского, переводится как 60. В одном часе 60 минут. Цель этого ритуала, чтобы в любую часть этого времени не было никаких препятствий, чтобы нам никто не мог навредить, сопутствовал успех, счастье, то есть полностью устранить вред. По Улан-Удэ разожгли 13 ритуальных костров. Опять же, для безопасности и профилактики COVID-19 жители попросили не приходить на эти церемонии. Предлагалось заранее принести тесто и салфетки.
Год уходит, все плохое, все негативное оставляем, сжигаем и с новыми надеждами входим в Новый год. 12 февраля, в день наступления Нового года по лунному календарю, верующих также призывают воздержаться от посещения молебнов и оставаться дома. Тем более, что телерадиокомпания «Ригус» будет вести прямую трансляцию встречи Цедерл Хама из Датсана Ринпоче Бакши. Она начнется ровно в 9 утра. Сергей Соголов, Виктор Немаев, телекомпания «Ригус». Чего ждать от 2021 года? Будет ли он таким сложным, как год белой металлической мыши? Астрологический прогноз по восточному календарю в следующем сюжете. Год металлической коровы – это второй год в цикле. Первый год – это год мыши. Почувствовали, какой год был? Год мыши непростой, сложный. Следующий год будет более спокойным. Более благоприятным для людей. Но все зависит от того, какого года человек. Например, для человека, рожденного в год коровы, для него год считается не очень благоприятным. Поэтому надо приходить в датсан, поправлять свой год. Для людей, рожденных в год овцы, тоже год считается не очень благоприятным. Почему? Потому что он год противоположный. Год враг считается. Для года змеи считается год хороший, или для года петуха или курицы. Они считаются годами союзниками. Для каждого года бывает своя стихия. Если выпадает стихия вода, то, конечно, на воде надо осторожно быть. Проводить ритуалы, связанные с хозяином воды, то есть проводить ритуал, называемый лусут. В буддийском учении говорится, что мы живем в эпоху упадка, вырождения. И Устиш Далай Лама говорит, что век оружия прошел, да, наступает век болезни. Поэтому мы должны быть готовы. Гороскоп, он вещь такая общая. Поэтому я всегда говорю, что вот ваша жизнь будет зависеть лично от ваших действий, от вашей кармы. Это все новости на сегодня. Следите за обновлениями на сайте arigus.tv и в наших соцсетях. Спасибо, что были с нами. Хорошего вечера. Сагалган совсем скоро. Специализированный магазин электроинструментов и оборудования «Стройка» поздравляет всех жителей Бурятии и желает, чтобы Новый год принес достаток, гармонию и благо. Отличная новость. Магазин «Стройка» подготовил грандиозное снижение цен для своих покупателей. Здесь вы всегда найдете профессиональные и бытовые электроинструменты. Большое разнообразие станков, оборудования, инструментов для строительства и ремонта. Все, что нужно для ремонта автомобилей, оборудование и инвентарь для дачи и сада, измерительные приборы и ручные инструменты. Сагалган – один из главнейших праздников по буддийскому календарю. Именно поэтому в преддверии Белого месяца мы подготовили для вас ряд выгодных предложений, чтобы каждый мог порадовать своих родных и близких приятным, а главное полезными подарками. Не забывайте, в «Стройке» расширенные гарантии от года до 3 лет. В «Стройке» подарочные сертификаты. В «Стройке» кредиты и рассрочки от банков-партнеров. «Стройка», проспект Автомобилистов 1, строение 1, торговый центр «Стрела Парк».